Кружевное плетение сегодня в тренде. Ни одна модница не откажет себе в удовольствии украсить свой наряд ажурным воротником, манжетами. Кружевом можно украсить и дом. Тамара Петрова из Маргаушского района достигла в этом деле совершенства. Казалось бы, простые нити или тонкие шнуры, где уж здесь изящество и особая тонкость. Но Тамара Петрова с помощью челнока, крючка и ножниц творит чудеса. Из ее рук выходят ажурные изделия, как будто сотканные из воздуха. Изящные воротнички, манжеты, бижутерия в виде серег, колье, браслетов. Все это сделано в уникальной технике фривалите, отличающейся оригинальным рисунком, составленным из дуг и колец. Не похоже на вязание крючком, спицами. И само слово «фриволите», оно идет от французского. Более похоже на свободное, легкое. Видимо, именно вот это содержание меня более-менее, наверное, первоначально привлекло. Потом уже, познакомившись с самой техникой и с изделиями, вот это меня прям заворожило и меня до сих пор не отпускает. За 25 лет мастерица сплела не одну сотню изделий. Набралось на целую выставку. Ее кружево носят близкие подруги, а салфетками украшен не один стол. У нас каждый год в этом швамикском клубе проводится фестиваль-конкурс «Чедеклень урядный Мургашень» Кадьгасинского сельского поселения. Все коллективы сюда приезжают, и мы там всегда свои вот эти выставки готовим. И у нас одну большую выставку для нас это готовит всегда наша землячка Петрова Тамара Алексеевна. Она нас всегда выручает, ее работа всегда ценится, и все восхищаются с ее мастерством. Восхитившись, односельчанки просят научить их удивительному искусству рукоделия. Тамара Алексеевна никому не отказывает. Работа выполняется по схеме, там, как и в чувашской вышивке, четно по числу узлов рисунка. Конечно, прекрасно научиться и придумывать какие-то идеи для внедрения вот этой вот технологии фривалите в создание удивительных костюмов чувашской культуры. Надеемся, что мы будем продолжать эту технологию использовать.